Ну а перед сегодняшним летсплеем, ребята, я рекомендую вам подписаться на канал Games Channel Black King of War. На этом канале выходят видосы по танкам онлайн, по CSGO, по Clash of Clans и многие другие видео. Так что, ребята, если вы заинтересовались данным каналом и хотите на него подписаться, сделать вы это можете по ссылочке в описании, либо кликайте сейчас на аннотацию. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего летсплея. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. So keep your love locked down. Your love locked down. Keeping your love locked down. Your love locked down. Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня я с вами записываю летсплейчик на своем мультике, не которого Вайдер, ну как через ВВ английские. И дальше, в принципе, так же, как мой основной ник. Но сегодня, ребятки, я записываю не один, а записываю я с Ярославом. Поздоровайся. Голд. Всем привет. Да, кстати, у нас сейчас золотой ящик. Я сейчас отжать? А где Голд будет? А где Голд? Не знаю, я сейчас только что резнулся. Вот вообще чётенько вот начало. Чё-то я пока его не вижу, слышь. Я сейчас съеду, конечно. А, мне кажется, либо около башни, либо на их базе. Да вроде бы на их базе. О, меня чуть в минус не кинули. В нашей базе, скорее всего. Нет, что-то все в центре как-то стоят. А, вот он, вот он, вот он. Где-где-где-где-где. Вот он, видишь? Где я стою? Вот он, минка же. Так, 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 ребятки. Так, ребятки, так, ребятки. И отжимаем. Нет, блядь, меня скинули, суки такие. Так, ладно. Меня вообще в минус кинули. А Флоповец 77 это тоже один из работников моей паблики. В принципе, поздравляем чувака с взятием золотого ящичка. Ну, хотел уже сказать, но мы, ребят, с вами переходим к следующему голду. Но нет, это все-таки летсплей, так что продолжаем. Так, ладно, я вижу, у нас флажочек ходит. Это, в принципе, не есть хорошо. И как бы нам надо за ним в атаку ринуться и всех просто там отхерачить. Доставочка, что ли, будет? Рилли, доставка? Охереть. Ну, 5-3. Я в шоке. Да-да, кстати, тот же, который голд взял, тот и достал. Нет, ну рельса ты обоссанная, зачем ты так делаешь-то? Так, вот, ребята, сейчас, у нас сегодня праздник, как бы, ну, праздник, как майские праздники в Танк Онлайн, и, соответственно, нам добавили вот эту вот самую красочку, мега-эпичненькую такую, в которой я сейчас катаюсь, это типа праздничная краска, она абсолютно без резистов, и не знаю... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блядь, я взял, но меня наш диктатор поджимает, хер знает зачем. Сейчас можно? Днище. Да меня сейчас это соска ее мой замочит. Короче, если ты сейчас мне не. Ну, тянет, все. Это потеря. Ух ты, нихера себе! Наша хорта Изида просто забожила, как я не знаю, как батька. Так, ладно, все, доставили. Это меня просто не может не радовать, конечно же. Вот, но я тем временем врубаю, конечно же, ДДшечку свою опасненькую на соски. Там, мне кажется, на соски ДДшки это просто какое-то неубиваемое оружие. Можно тупо врубить ДДшку, зайти на базу врагов, и если, в принципе, грамотно использовать весь баллон Изиды, то можно просто всех отхерачить, даже уйти со всеми хпшками. Вообще нисколько не потратить. Потому что Изида... Так, я сейчас флаг имба. Увез. А наш где флаг? У нас У нас тоже флаг, что ли, стырили? У нас тут на базе ДДшная РЛИСа стоит, поскольку... Нормально-таки. А, вот, я вижу, где флажочки я увернул. Так, все, сейчас я доставлю. Нормально. Надеюсь. Ну, если достаешь, будет руки. Просто офигительно. Да, я... Все. Просто все получилось офигительно. Нет, рельса! Так, я падаю. И это очередная доставочка, флажка! Ема, фака! Мне кажется, что мы сейчас их так нагибаем вообще по-лютому. Мне такое предчувствие у меня вот закладывается, что сейчас наши ребятушки, которые играют против, просто покрошатся и повыходят, так сказать, из этой самой битвы. Хотя вроде, когда мы сюда, ребят, заходили, здесь проиграли со счетом 3-1, и в нашу пользу мы тут покатались, конечно же, до 20 минуточек, потому что... Да, сука, рельса на дэшке. Зачем я, кстати, аптеку налил, я вообще не понял. Вот, мы, в принципе, посидели тут до 20 минуточек, ну, потому что что-то сильно долгие летсплейчики мне как-то нет особого желания записывать, потому что здесь не предвещает никакой прям мега-эпичности, какого-то супер лютого нагиба. Я на центре в минусе с флагом, короче. ну я понял. Ну, я сейчас только что это... Поднимаюсь, короче, наверх, и если...
У нас там флаг, кстати, титан увозит, короче, на Нави. Ого. Он на фулочке еще поди. Кстати, как тебе вот эти маски вот эти там? Вот, кстати, про маски и праздники я уже, в принципе, говорил в предыдущем летсплее своем, когда я, ребята, играл на тишине. Ну, то он еще потому что не вышел, как бы я сперва записываю заранее, потом, соответственно, выкладываю. То, ну, что-то прям вообще, я не знаю, разработчики прям пожопились на, ну, даже на те же самые фонды. То есть фонды, что это за увеличение на 0,25% каждые два дня? Ну, это, мне кажется, просто куром насмех такой, такие фонды, тем более на майские праздники. Блин, на майские праздники всегда было все офигенское. Я помню, как в прошлом году там замутили, да, какие там офигительные. Нет, там, я помню, там с каждым днем, по-моему, там, ну, там где 5 тысяч, там 6 тысяч, 7 тысяч. Да, вот это, кстати, это про голду, вот это просто офигительно было. Мне это вообще так нравилось. Если честно, я там даже каждый день чисто записывал летсплейчики, то есть и каждый день я пытался заснять вот этот голдик. То есть я записывал летсплей вообще до посинения пульса, когда у меня в летсплее, чтобы мне, короче, нужно было, чтобы у меня в летсплее выпал голдик. Если у меня в летсплее голдика не выпадало, то есть, соответственно, этот летсплей забраковывался. Ну а сейчас, ребятки, даже, я не знаю, голдики, в принципе, обычные, добавили у нас краски, поменяли, конечно же, вместо флага сделали шарики, и вот это меня единственное, что порадовало, и что реально как-то можно, знаешь, позабавиться, как-то приколоться. Вот, ну, я не знаю, могли бы хотя бы замочить и какие-нибудь голдики тоже раскраску. Даже бог с ним, пусть они не меняют ее каждый день, как это сделали как-то в каком-то году. Но тогда они в натуре что-то сильно перестарались, видать, и решили потом ничего такого не делать. У меня все залагало все. Сука. Нет, лагает еще. А, ребята, что такое? У меня вселился бес, все, отлагал. Ни хрена себе, вот, кстати, у меня бывает такая хрень. Знаешь, короче, я еду, потом у меня как-то невидимым каким-то способом все нахрен залипает, и я вообще не могу двигать свой танк. О, полегче. Да, и, короче, у меня башня крутится, и все так дерьмово происходит, что меня так бесить все начинает. Давай. Блин, ты видишь, да, сколько у меня жизней? О, кстати, у тебя сейчас есть возможность вообще увести флажочек, в принципе-то. Не уже. Хотя есть... Думаешь, не увезёшь? Встретишь? Не успел ехать. Я тебя понял. Нет, ну я тебя просто не успел сейчас встретить, потому что там как-нибудь было опасненько немножечко, потому что я еще как бы не приехал с респа. Я еще даже в фантомчике был. Так, ладно, я, в принципе, беру флажочек, я ухожу и сейчас буду, скорее всего, прыгать сверху, если мне кто-нибудь не помешает. А мне, скорее всего, да, мне помешали, потому что меня там рельса выцелила и слила. Блин. А я сейчас, скорее всего, уеду. Ну, если уедешь, это просто будет офигительно. Смотри, да, счет, в принципе, 5-6. Я думал, ой-ой-ой, хера себе, ты там не в минусе, я надеюсь? В полуминусе. Давай там возьми. А, не, все. Не, все нормально. Да. Так, Ланька, я поехал за возвратом нашего флага, или он возвращен, или нет? Нет. Что-то у нас какой-то... Летсплей, тут паркурим что-то. Да, в натуре. То я, знаешь, на стоке вальным боком, блин. То ты как-то вообще опасненько под меня так... Точнее, не ты, а я тебя как-то подпёр. Дашка. Нет, не убивайте меня, сволочи поганые. С твинцами, короче, меня захерачили. Кто там? Флаг держит, короче, Hornet от Twins в Инферно. Потерял. Не, он его скинул, потому что его никто не убивал, и я так думаю, он сейчас поедет на возвратик, так что готовьте, чувачки, потому что он как бы нарит, и он как бы на двойны заходит. Ладно, я понял. Я, короче, сейчас попытаюсь возвратить флажочек. А где флажочек? Где флажочек, собака серая? Где шарики наши? Иди, где наши шарики? А вот и... О, флаг кто держит? Флаг держит просто самый жирный, что ни на есть их игрок в Мамонте. И он еще плюс был на двойных. Если бы, в принципе, он был на одной ДАшке или хотя бы ДДшке, то я, скорее всего, его даже вынес. Но так как он был на двойных, ну, я ему вообще ничего не смог сделать, потому что меня еще там орава эта херова мочит, короче, со всех сторон, и я ничего не могу ей замутить. Ну что, может, никому из флаг скинуть, как хоть попытаться возвратить? Да не, держи лучше флаг, потому что, знаешь, сейчас ты скинешь кому-то, и все, его же сразу профукают. На реки к нам залетит, и подпадет. И все довольно-таки печально получится. Так, нет! Вот тут мой друг сейчас играет у него починар, надеюсь, он тоже поможет. Да? Бугатти. Так, ну это было просто вообще шикарно.
Так, не-не-не-не, мне кажется, ему было бы лучше с Васпика на какой-нибудь другой бокс переодеться. Да-да-да, с Васпика ему бы, если честно, переодеться, потому что это... Да, собака серая. Короче, я, знаешь, сейчас мог вообще идеально возвратить, потому что я был на двойных. Но там, блин, на минке подорвался, плюс меня еще рельса херакнула, и я же без защиты. Ясен хер, я, короче, сдох. Благополучно. Так, ладно, я пока, в принципе, жду тут под мостиком, и, короче, я жду двойного дропчика. К вам, кстати, заходит рикошетик, и твинсиара, возможно, даже зайдет. А возможно, даже не зайдет, может, передумает. Ну, уйди, чувачок. Так, ладно, мне, в принципе, осталось чуть-чуть до ДДшечки, и я уже поеду на их базу. Там, короче, жиробасина, он опять с этим... Ого! Он, короче, две минки насрал, ты понял уже тут? Он, короче, минируется там вообще нормальненько. И почему его снести даже, я хрен знает как. Так, ладно, я даже не знаю, что теперь... Так, короче, напиши своему другу, что он... О, возвратил? Нихера себе. Так, все. Я, короче, только хотел... А как он так на Васпике, это как-то вообще неожиданно. Это он, да, на Васпе возвратил? Да-да-да, это он. Охереть, просто скилл мафака. Вот, я только, короче, хотел это предложить, чтобы ты ему написал, чтобы он переделся на кое-что более тяжеленькое такое, но если чувак, в принципе, на Васпе играет тоже довольно-таки хорошо, то пусть играет все-таки на Васпе. Еще у него, в принципе, нормально получается. Ну, мне всегда голды отжимают вообще. А, кстати, на вас помолоте, это вообще такое отжимательское. На этом сочетании можно столько голдов вообще переотжать, выжать. О, сейчас должен уехать. Ну, у нас там, кстати, флаг тоже увозят, но ты лучше уедь, потому что это сейчас доставка. Я не могу, я в минусе и возврат. Доставка. Я понял. Да, доставка. Так, ладно. В принципе, доставочка. Ладно, не страшно. Я сейчас буду на двойные заходить. Да, твинс, иди нахер, а, козёл. Ну, чуваки, слышь, чуваки. Ну, подлека его. А, блин, думаю, короче, что у меня не получается. У меня аптеки кончились. Ладно, ребята, сейчас я, короче, перейду в гаражик и прикуплю себе немножечко аптек. Потому что у меня всего было 10 аптек, и я, походу, их все использовал. А потом я, короче, удивлялся всю битву. Ну, не всю битву, конечно. Были такие моменты, когда я удивлялся, я вроде бы на однёрочку жму, а у меня жизнь-то не восполняется. И как-то все довольно-таки неловко было. Ну, в принципе, ну, ладно. Ну, что, не могу там проехать, и меня там зажали, мам, ты викинг, короче. Еще одна доставочка, 7-7, ну, это уже что-то вообще не серьезно, надо тащить. Ну, все, фору дали, давайте тащить. Ну, вот эти всякие диктаторы бы, воронты, офицеры пятые, не стояли бы, как тупицы просто, идиотские, разминировали всякие минки и давали бы нарным чувакам проезжать. То было бы все нормально. Так, если сейчас я на всех залечу, то я могу увезти. Так, ну давай. Если не залетел. Если ты попытаешься, конечно же, увезти, это будет... Так. Сука, вот я рак, просто рак, а! Я не могу это себя. Спарта. Ну чё? Ухожу. Ну... Ну давай, там сверху вообще на язычах спрыгнуть, в принципе, доставить. Я спрыгнул вниз. Флаг где-то внизу. Флаг где-то внизу? Наша... Ага. Да, я просто мастер, объясни. Наши, конечно же, ничего не предприняли, чтобы его как-то подхватить. Может, давай я буду ехать, и там, если что, меня будешь шлекать, там, если... Ну, давай. Пробуем. Надо сейчас будет его. Вот эту, короче, надо отхерачить, все. Давай, заходим. Блин, у меня, конечно, сейчас баллона вообще практически нету. Вот, тут мама. Так. Опа, на него. Опа. Просто мастера пробуют. В смысле, а как меня так быстро убили, я чуть не понял. Чё-то я совсем немножечко не втупляю всю эту ситуёвину, но, так, в принципе, ладненько. Не, флаг никуда у нас не уйдет, потому что я здесь зареспался, плюс я аптечку, ДДшку себе нарил. И все у нас здесь, в принципе, нормально происходит. Но здесь у них хер вот тучи твинсов стоит. Я, в принципе, мне, давай сейчас... Мне пиздит этот мамонт там вставил. О, у нас твинс на фулке заходит за нашим флагом, я пошел защищать. Ну, давай, ускорение. А, его, в принципе... Должен спрыгнуть. Ну что, мне так не везет, я не могу. Должен спрыгнуть. Короче, к успеху шел ты. Да. Так, ладно, там всякие опасненькие чувачки стоят на центре. Но я более чем опасненький. Короче, зашли мы с одним чуваком. Он викинга Жиги, я его подлечиваю, в принципе. И можем сейчас вполне реально даже доставить. Ой, сэм.
Сейчас, походу, достанем. Доставим. Так, а, еще. Ну, ставь. Ставь. Потерял. Взял наш флаг. Ну, нет, только не возврат. А здесь еще просто ДСПшный стоит. Потерял. Что там? Ух ты, там мясо вообще жестко. Тихо, меня сейчас отхерачит, если вы мне не поможете. Меня отхерачили. Ну берите флаг! Ой! Флаг. Пожалуйста, возьмите флаг. Смоляк, кто-нибудь взяли, из наших. Взяли. Давай, чувак, чувак, ставь. Не, я понял. Сейчас на ту как-то немножечко опасненько было. Так, ладно. Дальше, короче, едем, разносим чувачков всяких. Так, пока меня синий едет, я так сзади зайду. Ага. Короче, у них жир с дефа ушел, это просто нам огроменный плюс идет. Потому что то, что он, кстати, с дефа ушел, это очень его большая ошибка. Потому что единственный камень преткновения был, это как раз таки он. Я тут, кстати, на себя твинца отвлек, который нарит. Я сейчас флаг утащил на нашу базу, но у нас тоже взяли флаг. А где наш флаг увозит? Ты мне можешь дать что-то такое? Ну, он, по-моему, пошел подъемчик. Ну, сейчас тебе помочь? Ну, подлекать бы надо было. Давай. Я, короче, тебя подлекал, и я еду за флагом. Все, в принципе, ты сам разобрали. Чё? Говорю, голдик так, в самом начале. Да, ну голдик это вообще просто порадовал. Конечно, жалко, что и не я его отжал. Потому что бы дубль 2 получился. Ах ты, падла, блин. Блядская минка. Короче, не могу я на вот этих минках, когда замечаю, то я тупо стопорюсь, короче, и не могу тупо на тормоз нажать. Опа. Твинсера. Нет, он, короче, опять жиру отдал. Короче, опять жиробасина взяла. Да, ну конечно, я не знаю. Не скажу, что мы на язычах вообще затащили эту катку, потому что 7-8. Ничего не факт, что затащили. Да, еще как бы не факт, что затащили, потому что мы можем вообще так просрать. Потому что шум это такая карта, что здесь может команда вроде выигрывать с каким-то отрывомчиком таким нормальненьким, а потом как просрет, то и это будет довольно-таки печально вообще ситуация. Так, ладно, я, в принципе, пока разношу, но что-то не получается. Опа, я опять паркур. Че, живешь там пока? Да, я живу уже. Так, Ланька, ты давай живи. Я вот залез на этот как бортик тут. Ага, все, вижу. А, в принципе, разносишь всех чуваков, которые спрыгивают, да? Не, я когда уезжал, так запрыгнул. Ага, нечаянно? Да, так, напиши. Все, я тебя понял. Короче, рикошет идет. И еще диктатор спустился. Да сука, я перепутал кнопки. Вперед-назад. Да, довольно-таки печальненько. Так, ладно, я сейчас, короче. Короче, этот, блядь. Как его там? Офлупует 7-7, чисто за мной поехал. Говнюк такой. Так, ладно, я сейчас тебе немножко тут помогу, потому что-то как-то. Не знаю, не хочу, чтобы я... Короче, флажок наш возвращали, потому что если сейчас вернут, это будет довольно-таки печальненько. Ну, как-то у них как-то особо так возвращать как-то не едут, там только пару человек, там остальные что-то. Ну да, кстати, у них возвращать не едут, но вот, в принципе, увозят почему-то они наши флаги вообще на изичах, если честно. О-о-о, чувак у нас просто такую сальтушку замутил в туннельчике. У них, короче, стоят твинсы, и тупо там даже никого нету, но они херачат и херачат. Так, ладно, я буду заходить опять на их базу пытаться. Ну, я здесь ничего не сделаю, потому что здесь их 4 человека, плюс там 2 твинца, у меня никакой от них защиты нету. Вот, если бы какой-нибудь, ребят, другой летсплейщик был, я бы уже переделал какую-нибудь краску с резистом, но так как сегодня у нас празднички, нам предлагают такую красочку, я все-таки хочу ее немножечко вам показать, и все-таки нужно запечатлить такой момент, чтобы она у меня осталась на канале, потому что эту краску уже потом уберут, ее не будет, а вот я запишу, и она у меня будет на видосике. Так, нам что-то... Это уже неплохо. Раз, два, три, у меня с трех сторон такой. Ага, я тебя понял. Короче, я тебе еду на помощь. Черный плащ спешит на помощь. Еле успел, я вообще, чтобы на нулях, еле успел аптеку. Да?
И у меня еще дашка пропала, и у меня рикошет сверху. Нет, я его, короче, слил уже. Рикошетика. В принципе, 40 секунд, и я не знаю, можно все даже, наверное, план. Остаться с тобой. Потому что, как бы, ну, я не думаю, что мы уже что-то возвратим. А вот профукать я тоже как бы не сипшка. Нет, ты что сделал, а? Нормально все. Нормально, сейчас бы сверху кто-нибудь спрыгнул, и все. Пиши, да, пропало. Я сейчас сердце что-то ёкнуло. Угу. Вообще, давай больше так не шути. Короче, ладно, я сюда уеду. В принципе, 14 секундочек, ребята. Подождем ага. Вот так вот. Отвечу я опять. Мы это все делаем. С меня опять снимут 50 рублей. Это вчера снял. А, мне, кстати, тоже мне номер звонит. Там мне какой-то мужской голос был. И с меня сняли 50 рублей. Ни за что. Так, ладно, ребята, в общем-то, вот такой вот летсплейчик у нас сегодня получился с Ярославом. Соответственно, если он вам понравился, ставьте за него пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Вайдер и Ярослав. Всем пока-пока. Всем пока. Hate the truth, man, we take all blame. That you got no money, you got no fame.